первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими активистами «Единой России» проверила ход строительства нового детского сада на 400 мест в микрорайоне «Новая Трехгорка». Мероприятие прошло в рамках проекта «Новая школа» и контроля выполнения наказов народной программы партии. Рабочие обустраивают фасад, наружные и внутренние стены из пеноблоков, а также наружные сети водоснабжения и ливневой канализации. Партийцы держат объект на контроле. Также Лариса Лазутина проверила ход ремонта подъездов многоквартирных домов номер 2, 4, 9 и 17 по Кутузовской улице в Одинцове. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Как сообщила парламентария, часть объектов уже готова. Кроме того, она встретилась с работниками юго-западного филиала подмосковной станции скорой помощи и поздравила врачей, фельдшеров, медсестер и водителей с прошедшим профессиональным праздником.